решил поиграть в новенькую игрушку Bubble Quass. И я даже узнал, что в ней можно донатить гемы. О, повезло, повезло. И давай мы с тобой договоримся так. Если ты досмотришь это видео до конца, то мои гемы, конечно же, пополнятся. Я закину себе на баланс 10 тысяч гемасов. Но не забывай, самое главное условие — досмотреть видео до конца. Я оказался в Google Play, и у нас появилась новая игра Bubble Quass, в которой на самом деле уже больше 1 миллиона скачиваний. Вы чё, кокнулись? Каким вообще образом? Она ж только недавно вроде появилась в игре. И скриншоты на самом деле здесь, ну прям максимально кринжовые. И я, кажется, знаю, чего ожидать от этой игры, поэтому давай мы сразу же быстренько в нее зайдем. Так, у нас тут какие-то предупреждения есть. Йок, Макарёк, это чё еще за надписи на арабском языке? Ну ладно. Добро пожаловать в Bubble Quass, кликуха на районе. А, то есть это так здесь называется, да? Черкани сюда, походу мне нужно просто придумать ник. Ну раз я в Bubble Quass, это пародия на Brawl Stars, то давай напишем кубик, потому что меня так многие с какого-то фига называют, потому что просто элементарно путают. Ладно, опана, и мы начинаем сразу же с открытия ящика? Серьезно? Причем это какой-то анонимус бокс. Ладно, причем непонятно, маленький бокс или большой. Открываем, и мне выпадает. Прикольная, конечно, надпись у нас получается. Окей. И это реально прям очень сильно похоже на Brawl Stars. Офигеть, здесь даже наш этот Амогус анимированный. Ну, конечно, фон не двигается. Давай посмотрим вообще, что у нас здесь есть. Во-первых, я могу поменять аватарку. Да, прикольно. Это же у нас самый крутецкий Brawl Stars. Поэтому давай... Bubble Quass, точнее. Поэтому давай мы просто попробуем поставить какую-нибудь аватарку. Самую крутую, которая здесь есть. Самая крутая, наверное, будет с черепом. Давай будет вот такая. Офигенно. Так, ник получается. Нет, за 150 я не хочу менять. Могу зато изменить цвет имени. И давай поставим себе имя, например, какое-нибудь фиолетовое. О, я думаю, будет выглядеть максимально стильно. Так, давай теперь посмотрим, что у нас есть в статистике. Количество открытых ящиков, заработано монет, заработано гемов. Просмотрено рекламное. Вот это поворот! Оу, кажется, мое это число будет с каждой секундой пополняться, скорее всего. Общее количество бойцов и текст. Какой-то с ошибкой 404. Понятно. Дальше мы зайдем в бойцов и посмотрим то, что у нас здесь прям очень много бравлеров. Вы серьезно? Ты просто посмотри, 72 бойца. Стоп. Если в Brawl Stars бравлеры, то здесь... В Bubble Quass баблеры. Как-то это очень странно звучит. Короче, как могут называться вот эти вот бойцы? О, нифига себе, здесь что, даже какой-то голубь, что ли, есть? Здесь, походу, посерединке у нас вольт какие-то... Ёк, Макарёк, что здесь вообще за персонажи такие максимально странные? О, Майк Вазовский, нифига себе! Утюг, окно, бутылка, чё вообще за фигня? И походу у нас здесь бравлеры тоже есть разные редкости. Походу в конце вот эти коричневые — это легендарка, насколько я понял. Ладно, окей. Давай теперь зайдем в магазин и посмотрим то, что у нас есть целая куча ящиков по 25 гемасиков. И есть даже мега ящик за 80 гемов. И чего? Сюда можно даже задонатить? Чего? 9 000 рублей стоит 2 косаря гемов. Ну, у меня на балансе есть всего лишь 50 гемасиков. И если ты хочешь, чтобы я закинул себе 2000 гемов, может быть, даже еще больше, давай мы с тобой договоримся. То, что ты возьмешь, поставишь лайкос на это видео и видосик обязательно досмотришь до самого конца. И тогда, может быть, я задоначу. Но это не точно. Но все зависит только от вас. У нас есть еще какая-то особая акция. Ящик с Леоном. Офигенная акция. Без скидки стоит 25, а со скидкой 50. Почему так? Вот у меня есть 50 гемов. Я могу купить либо 2 обычных ящика, либо один легендарный с Леончиком. Но нет, он мне тем более там еще и выпасть, ну, может не выпадать. Поэтому давай мы лучше откроем парочку таких ящиков. Например, ящик анонимусов. И посмотрим, что же мне выпадет из этого ящика. Я думаю, то, что там будет какой-нибудь новый топовый боец. И мне выпадает сначала монетки 33 штуки. И еще, опа-на, обычный анонимус. Самый обычный школьник мне выпал. Прикольно. Капец, погоди. Мне кажется, что этот чувак из какого-то мема вообще, нет? Ладно, может быть, я что-то перепутал. Так, у нас есть еще какой-то манки ящик. Ящик с обезьянами? И что, мне сейчас из него обезьяна какая-то выпадет? Открываем ящик, выпало 36 монет и выпадает Манки Максим. Эпический, нифига себе, эпик бравлер, эпик баблер мне выпал. Кто это? Я-то откуда знаю, вообще такого первый раз вижу. Окей. У меня закончились все наши баблеры, и давай посмотрим, что же мы можем сделать дальше. Давай мы выберем кого-нибудь другого персонажа. Так, а, так они что, не по порядку, что ли, идут? Манки Максим, эпический бравлер. Давай его выберем. Стоп, здесь еще и скинчанский есть. Офигеть. Так, давай теперь зайдем по разным разделам. В новости, получается, зайти не могу. Друзья, у меня нет друзей. Это печально. Прикольно, клуб ошибка, и чат тоже ошибка. Походу разговаривать я тоже ни с кем не могу. Кстати,
кстати, у нас еще есть Bubble Pass, нифига себе. И что, я здесь тоже могу как-то прокачиваться? Так, давай посмотрим. Опа, у нас есть Катольд и... Офигеть, конечно, такого я вообще максимально не ожидал. Пародия на Кольта. Есть Слава Бэброу за максимальный уровень Бравл Пасса. Бабл Пасса, да, перепутал. Капец, пока что это выглядит максимально крыжово, и у нас сразу же разблокировано две мини-игры. Bubble Jump и Bubble Run. Ну, давай попробуем в Bubble Jump поиграть, посмотрим, что из этого у нас получится. Итак, я могу, получается, управлять на клавиши AD. Видимо, насколько я понял, давай попробуем, конечно же, это сделать. И я должен... Погоди, мне это вообще напоминает какой-то Doodle Jump, когда раньше, короче, игра была такая, где там просто... Нажимаешь на клавиши, и у тебя, получается, персонаж прыгает в высоту. И что здесь? Просто такая же пародия? Ну окей, давай посмотрим, какой я смогу набить здесь рекорд. Ага, офигенно, блин, рекорд у меня получился 20. Ладно, я думаю, то, что заново играть не будем, давай лучше посмотрим другой режим. Стоп, я думал, сейчас у меня уже реклама будет, но нет, пока что я еще за все видео не посмотрел ни одной рекламы. Как-то странно. Давай теперь поиграем во второй режим, Bubble Run, и посмотрим, что здесь нам нужно делать. Так, нам нужно прыгать и собирать монетки. Окей, и походу прыгать через машинки нам нужно. Ладно, причем там машинки какие-то... Опа-на, у меня даже двойной прыжок есть, что ли? Нифига себе. И я понял, то, что здесь еще получается некоторые машины... Тройного прыжка у меня нету. Вот некоторые машины у нас с рекламами, и я, блин, чуть-чуть зафейлился. Понятно. Короче, я немного не удержался и все-таки посмотрел одну рекламу и получил сразу же себе на баланс 60 гемасиков. И я так думаю, то, что можно просто взять и открыть еще парочку кейсиков. Давай мы, конечно же, хотя нет, давай откроем один ящик с Леоном за 50 гемов. Кстати, стоп, у нас еще есть какой-то скин на Леона, а я его сразу не заметил. Окей, но он стоит 120 гемов. Не, я такой пока что покупать не хочу, да у меня еще и гемов на него не хватит. Поэтому я открою ящик с Леоном, и мне выпадает сразу же. Блин, интересно, ли он все-таки выпадет из него или нет. Короче, давай перед тем, как я открою этот ящик, я тебе расскажу то, что я уже на самом деле задонатил 10 тысяч гемов на свой аккаунт, и видосик прямо вот здесь вот появился. Осталось на него просто нажать и посмотреть его. И если ты хочешь узнать, как быстро я смогу потратить все свои гемы на аккаунте. Ёк-мак-рок, зачем я вообще в это деньги закидывал, я не знаю. Но быстренько смотри видос, а мне выпадает монетки и выпадает... Груша нельзя скушать. Прикольно. Не забудь посмотреть это видео.